Всем привет, сейчас 8 утра, и я начинаю снимать неделю влогов, пробую, смогу ли я снять. Может, мне это интересно, я думаю, что было бы круто, если бы я снимала каждый день влоги. Думаю, я начну с недели влогов, получится или нет, не знаю. И сейчас я выпью 1 стакан воды, и потом все узнать дальше, что будет дальше. Вот такой вот будет у меня завтрак, чай черный Кёртис и типа сырники, творожные оладушки, что-то такое, и бутерброд с сыром. Все очень вкусно, классно. Всем приятного аппетита, если кто-то ест. Уже 12 часов дня, сейчас я иду на тренировочку в бассейн, вот, потом зайду покушать и потом пойду на маникюр. Вот, ну, в общем, я все покажу, расскажу. Так что до встречи еще раз. Вот я уже сходила в бассейн, покушала. Сейчас супер класс. Сейчас пойду уже на ноготки. Конечно, я не хотела идти, потому что думала, что ноготки еще больше продержатся, но они не продержались. Поэтому я сейчас пойду на ноготки. Я так держу камеру, потому что я еще пока что не привыкла говорить на улице среди людей на камеру. Может, потом когда-нибудь я начну уже поднимать руку вверх и нормально идти снимать. Но пока что будет только обзор снизу. Не знаю, какие буду делать ноготочки. Вот, типа, хочется что-то и необычное, но вроде бы хочется и черные ноготочки. Поэтому я думаю, что я спрошу, как можно это. И черные ноготочки тоже как-то так сделать необычно. Может быть, не знаю, какие-то блестки добавить уже наверх, поверху. Блесточки, вот, не знаю. Спрошу, узнаю. Вам потом покажу, что получилось из-за этого. Вот я уже руку получше держу. Прогресс. На улице очень тепло. Я бы даже бы сняла шапку, но я после бассейна, и волосы чуть-чуть мокренькие. Поэтому не буду. А так вообще супер классно. Все. Вот. Еще я поняла, что когда я снимаю влог, я не могу снимать и одновременно, и историю в Инстаграм. Не знаю, с чем это связано, но почему-то я не могу это делать. Нужно как-то приноровиться и там снимать, чтобы и был лучший контент в вашей жизни, и там, и там. Сейчас вот зашла в то место, где у них очень вкусный апельсиновый фреш. И сегодня вообще он какой-то был ужасный. Был даже какой-то привкус химии, не знаю, с чем это связано. Ну, короче, поначалу было вообще пить, ну, вот так себе невозможно. А потом уже более-менее нормально, но вообще все равно странно, почему так, не знаю. Я сейчас ходила, еще взяла желатин. Думаю, сегодня сделать масочку, которая... активированным углем и желатином. Такая как черная получается. Причем там прыщи, причем черных точек. Я думала купить какую-нибудь масочку, но я пока еще не нашла, которая хорошая по отзывам, поэтому пока сделаю типа по домашним рецептам. Вот. Вечером покажу, что получится. Там получается, нужно распарить лицо сначала, приготовить всю эту маску, и потом типа такой эффект будет, что прям капец. Сходила я уже на маникюр, сделали такой маникюр необычный, он типа сейчас в тренде или что, в общем, типа так сделали фольгу, и кажется, как будто какие-то камушки, вот. И когда буду дома, то я покажу вам, как это смотрится. Но смотрится вообще круто, мне очень нравится, необычно. Я вообще не люблю просто какие-то обычные, просто когда один цвет, в общем. Вот, и тут, короче, черные ногти и такие вот фигнюшки сделали. Очень круто. В общем, получилось что-то вот такое вот, необычное, мне очень нравится. Сейчас покажу на другой руке. Вот такие вот, типа камушки. Мне вот очень нравится, смотрится очень необычно. Видите, как будто какое-то такое объемное 3D. Прикольно. Вот. В общем, мне нравится.
Сейчас я уже буду делать масочку, потом вам покажу уже, когда я ее нанесу, как это все будет смотреться. Я сначала думала, буду делать по другому рецепту, другой девушке, но сейчас решила, что буду делать по другому рецепту, потому что у которой другая девочка, у нее какой-то странный рецепт, а который другой рецепт, он более-менее нормальный рецепт. В общем, что-то вот такое получилось. Ну, короче, я ожидала, что она будет прям очень черная, но она не очень черная, как получилось. Поэтому, скорее всего, это говно. Но посмотрим, что будет. Очистят поры или нет. Это самое важное. Потому что мне вот тут уже не хватило, вот здесь вот. Жалко. Что я могла тут не наносить и не нести тут, но все уже. Но думаю, что я такого больше не буду делать. Ну, конечно, смотря от результата, но пока что думаю, что я больше не буду такое делать. Вот. Ждем, пока полностью не высохнет, потом уже узнаю. В общем, маска оказалась полным говном. У меня только остались покраснения ужасные, просто покраснения на лице. И по черным точкам вообще все так же. В общем, не советую. Может, конечно, я сделала неправильные пропорции. Не знаю. Ну, в общем, вот такое получилось. В общем, на этом я закончу свой первый влог из недели влогов. Вот. Увидимся завтра уже с вами, со всеми. Так что до завтра.